Это комплекс асан придумано для бизнесменов и для людей, которые не имеют хорошую гибкость. Это асаны для сустава. Переходим. Следующее. 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 Эти все асаны только для суставов. Пока. Переходим вниз. Стопы. Крутим. Следующее. Тазобедренное. Следующее. Наоборот. Стоп. После этого нагреваем тело. Теперь переходим к асанам. Бизнесмену нужна два вещи. Это концентрация и общественная власть. Который дает два чакры, это манипур чакра и агья чакра. Мы для этих двух чакр сейчас будем работать. Меняем ногами. Вниз. Расширяем ноги, пускаем голову вниз полностью, руки назад, спину. Переходим на соединяйте ноги. Переходим на чатурангасан. На правую. На левую. Все, садитесь. Колени вниз. Садитесь. Передвигаем. Халасан. Халасан. Масендрасан. Переходим. Масендрасан. На левую сторону. В другую сторону. Это все. Я думаю, что с завтрашнего дня начнем все сразу же делать. И все бизнесмены приходят в офис, и вот сразу все с ковричком сначала они туда идут. Спасибо вам огромное, очень дельно, очень хорошо, и будем здоровы, будем заниматься йогой. Спасибо большое. Спасибо. Доброго вам дня. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.